Всем привет! Коротенькое видео. Некогда даже дома заморочиться, вот за рулем перед работой. Реки вскрываются, лед пошел. И у всех два вопроса. Когда уже можно будет на лодке выходить на воду? И когда можно уже будет рыбачить с лодки? По правилам рыбалки в Томской области рыбачить можно будет после нерестового запрета. А нерестовый запрет у нас от распаления льда, то есть вскрытие водоема реки. От распаления льда нерестовый запрет. И на некоторых участках до 25 мая, на некоторых участках до 6 июня и на некоторых участках до 30 июня. Ссылочки оставлю на правила рыбалки в Томской области. Посмотрите, ознакомитесь. На лодке можно выходить хоть прямо сейчас, соблюдая правила. При себе запрещено иметь какие-либо рыболовные снасти. А кататься без проблем. Выходите, катайтесь, обкатывайте моторы, радуйтесь открытой воде. Ну, с рыбалкой надо подождать. Подождать совсем немного и будем рыбачить уже с лодок. С берега, пожалуйста, можно рыбачить хоть на удочку, хоть на спиннинг. Максимум два крючка и вперед пошли рыбачить. Единственное, что еще сейчас за береги льда, льдины кругом, то есть шуга идет. Ну, подождем немного, где-то что-то очистится и будем пробовать. В том числе и я пойду пробовать искать своего заветного судачка на те приманки, которые по холодной воде сейчас будут очень хорошо работать. Так что вот такое вот коротенькое видео. Многих интересуют размеры суточного нормы вылова рыбы в Томской области. Размещу где-нибудь здесь табличку, там будет указано виды рыб и их размер. Всем спасибо за просмотр.